твоих глазах для пристального взгляда какой-то есть рассеянный ответ. Небрежно так для летнего наряда ты выбираешь нынче желтый цвет, желтый цвет. Я слышу голос, как бы утомленный, я мало верю яркому кольцу. Не знаю, как там белый и зеленый, но желтый цвет как раз тебе к лицу, тебе к лицу. До слез тебе нужны родные стены, но как прийти к желанному концу? И впрямь, быть может, этот цвет измены, а желтый цвет как раз тебе к лицу. Меня.
случаях, которые в глазах и некоторой части наших телезрителей, я имею в виду тех телезрителей, кто не принимает этого стиля, не считает его музыкой, достойной того, чтобы ее или пропагандировать, и вообще ею заниматься. Вот как им попытаться объяснить, что это тоже музыка, и что она имеет свои красоты, что ли? Суть сегодняшнего человека такова. Сегодняшний человек защищается броней, информативной броней, от наплыва этой информации. От колоссального наплыва, который ни в какие сравнения не идет с тем наплывом, который испытывал на себе человек прошлых столетий. Эти другие люди в чем-то были, наверное, более тонкими людьми, чем мы. Мы, конечно, сейчас развиты, много знаем. Ну, не о себе лично говорю, а вообще об нас, как о людях сегодняшнего времени. Это совершенно естественно. Ну, так вот, в продолжении моей мысли, то, что отличает рок-музыку очень сильно от музыки вообще, это активная ритмика. То есть роль ударных инструментов, в особенности, что называется, ну, так называемые джаз-установки или барабанов, так сказать, группы барабанов, да, очень велика. И подчеркивается, так сказать, малым барабаном вторая и четвертая доля. Предположим, если у нас есть раз, два, три, четыре, то раз, два, три, четыре. Вот подчеркивается эта доля. Но это в последнее время, если вы заметили. А где-то году в 67-68 подчеркивалась первая доля бочкой. Пам-пабам. То есть, видите, даже в самой рок-музыке поменялись какие-то, ну, атрибуты ритма немножко. Но, тем не менее, главное осталось, что ритмика выделяется. Суть рок-музыки и суть ее заключается в том, что она взрывает информативную броню в человеке. Вот отсюда и реакция на рок-музыку. Когда вы, ну скажем, ну, вас я не буду, вы все-таки образованный музыкант и так далее, но когда человек не подготовленный к такому взрыву, испытывает на себе этот взрыв, его реакция непредсказуема. Молодой же человек, который только и ждет, чтобы его откуда-нибудь взорвали или потрясли, он спокойно воспринял эту музыку и захотел с ней общаться. Я прошу прощения, все-таки я понял, что вас не надо перебивать, и вам надо дать выговориться, но все-таки не могу здесь не вклиниться. Но неужели мало примеров музыки другой, которая обладает, если уж так пойти по этому пути, и прекрасной ритмикой, так, и прекрасными сольными кусками ударных инструментов, которые вполне могут ворваться и взорвать, и снять этот информативный блок, да, и так далее? Есть. И примеры есть Шостаковича. Пример... Нет, даже не до Шостаковича нет. Шостакович скорее вряд ли. Потому что Шостакович все-таки пластический композитор, я имею в виду пластичность его мышления. А вот если мы возьмем болеро Равеля, где рам-та-та-та-там, ра-та-та-там, та-та-та-та-та-та-та-та-там, та-та-та-там, где вот это нагнетание ритмики присутствует и в партитуре, и в звучании, так сказать, отдельных инструментов, и само произведение это построило по нарастанию фактор. Вот это произведение, кстати, бесконечно любимо многими рок-музыкантами и многими людьми, которые любят вот только рок-музыку. Когда идет тема та-л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 а